Всем привет, это я, Вячеслав Тихонский. Смотрите, какая у нас охренительная погода. Обалдеть погода. Как тебе погода? Шикарно, да? А ты? А? Не любишь? Не сейчас? Вообще красота, да? Вообще. Бля, сумку не уйду. Кайфую. Знаешь, как в этом фильме похлопать и закончилось. Или машина времени. Через 5 секунд закончится. Да? Короче, друзья, мне негде будет сегодня переночевать, но у меня задумка старая, это набухаться. Набухаться, и вот ищу повод. Может, где-то найду вписку и пойду вписусь, вписочку. А может, не найду, набухаюсь и попаду в хостел. Короче, не знаю, кавардаком все происходит. Сейчас беру рыбу, пиво и иду к Сереге, где цветами торгует. Тык, наебывает. Так. По 30 гривен вышло. 30 гривен. Взял рыбки. Пиздец, рыба шикарно. И чё, взял рыбки, теперь берем пиво. Я возьму пиво себе, а Серега, надеюсь, угостит. Чуть-чуть нахалявничаем. И если удастся, пивка попью от Сереги. Нет, то придется за свой счет. Пипец, и рыбу взял. Ого, влетело мне в копеечку. Уже 40 гривен нема. Я надеюсь, только что это что я делал, и у меня отдышка просто в шок, сколько лет, опять дебильные вопросы на кассах, а им не заебалось это, ну блядь, все теперь спрашивают, а ты стрижешь бороду, блядь, уже точно можно стричь бороду, то что она вам не поможет, сколько лет, ого, короче, даже со сперматозоида я вылез уже с бородой, мне один годик, я с бородой вылез, и мне один годик, и пивка не продавать, дебилы, блядь. Ой. Ну что, друзья, я что-то так сориентировался. После того случая, что только что вы видели в магазине, я просто охренел. Смотрите, кто к нам подбежал. Да, я у Сереги, зашел в гости к Сереге. Уже пью пиво и ем рыбку. И с нами есть рыбу тоже кот. Серега, привет! Скажи всем. Что? Скажи, нихуя себе, ты ему колбасяну. Я тут голодаю, а он колбасяну котам кидает.
Ебануться. Мне уже хочется к нему подкраться на корточках и съесть кусок мяса. Ему нравится колбаса. Ему нравится. Мне тоже. Ты не против, тебя буду снимать тоже? Против. Вот тогда держи. Снимай ты. Не можем, блядь. Мы на провалах нас свалим. Мы, блядь, на куре на провалах. Ну ладно, Серега не в настроении. Продолжу дальше. Короче, друзья, Серега не в настроении. Продолжу потом. Хавает. Ебать довольный. Мне как овел, бач? Ага. Ням-ням-ням-ням. Привет всем опять. Короче, вы сейчас вот это смотрели, и я понял, что половина видео у меня не хватило из-за того, что у меня кавардаком все происходит. Это на два влога я поспешил вам кое-что поделиться. Я сейчас в данном этапе, ну, в хостеле. Если бы не товарищ, я бы не попал бы. Кстати, друзья, так сложилось, что я хочу вам поделиться. Ну, я свой компьютер сейчас вот буду ремонтировать, а? Решил просто поделиться с вами, что вы знали, где вы можете тоже обратиться. Обратиться я отремонтировать свой компьютер. Свой компьютер. А так, благодаря своему знакомому, дружбану, как вы его тоже видели, но я не буду сейчас показывать, где я толком. Ну, это понятно, что я в хостеле. Но смотрите, как я монтирую. Вот. Короче, если это видно было, то я скажу, вот так вот я сижу, монтирую. И да, если вы хотите отремонтировать свой компьютер, просто, ну, просто, просто главный пароль сказать: «Я от Тихонского». Я смотрел его влог, или просто сказать: Тихонский рекомендовал. Ну, короче, вы поняли. Ссылка в описании, где можно отремонтировать свой ноутбук или телефон. Что хотите отремонтировать. Отремонтировать, еще раз много раз отремонтировать свой компьютер. Ну ладно. Я всех люблю и целую. Ребят, спасибо, что кто-то смотрит меня, переживает. Вообще, большое спасибо. Подписывайтесь, и я постараюсь вам скоро показать очень интересный влог. Ждите. До новых встреч. Да-да-да-да. Не знаю. Скучно, нет? И тут музыка пошла. Ладно, все, пока, всем пока. Going down for it.
down.